Всем привет! Сегодня будет немножко необычный формат видео. Сегодня это будут брусья, которые я буду делать после длительной паузы. Почти месяц, как я упал с велосипеда и пришиб ребра. Первые недели две я вообще не мог тренироваться. И вообще даже просто повиснуть на турнике не мог. Такая дикая боль была. Я немножко делал там руки, что-то такое, что не так сильно было больно делал, потому что мне еще надо было работать, и как бы я особо не тренировался, потому что болели ребра, черт возьми. Ну и вот сегодня поделаю брусья, потому что я уже заскучился за тренировками. Ну и дабы это не были просто тренировки, потому что, ну блин, в чем прикол? Отжиматься от брусьев может каждый, это делают все, это делают миллионы. Интересного в этом мало. И даже дело не в интересности, а в полезности. В полезности для меня самого. Роста в этом как бы, какого-то роста просто в отжиманиях от брусьев, просто в спорте. Просто, скажем, в катании на велосипеде нету. Нужно какой-то еще полезный, не контент, а что-то, нечто полезное на Eventbike, как бы, что-то полезное из этого извлекать. Просто тупо ездить на велосипеде, типа, от точки А в точку Б. Блин, да, это махтшпас, это прикольно, это свежий воздух. Но с точки зрения полезности, нужности, там ее просто нету. Как и нужности и полезности в отжиманиях от брусьев. Ну, отжимаешься ты, ну, ездишь на велосипеде. Что дальше? Роста никакого. Короче, друзья, я теперь буду... Мое слабое место – это немецкий язык. Я его сколько не учу, это все в какую-то бездонную бочку. Вот, и я хочу добавить элемент изучения немецкого языка в спорт и в мои тренировки домашние, и в мои покатушки велосипедные, добавить немножко изучения языка. В общем, я буду брать что-либо. Кстати, я буду брать в основном материал из моего второго YouTube канала. Да, у меня есть еще один YouTube канал, посвященный полностью немецкому языку. И там короткие видео, очень информативные, очень полезные короткие видео, которые я ворую со всего интереса и стаскиваю интереса со всего интернета и стаскиваю свой этот YouTube канал. Адрес YouTube канала Deutsch. Нижний пробел Zusammen. Ну, в общем, ссылка будет в описании на этот канал. И буду я оттуда брать материал. Это чисто для себя, чтобы не просто отжиматься, не просто подтягиваться, а чтобы при этом еще что-то, полезный навык, что-то, какую-то полезную информацию оставлять еще здесь. Все, погнали. Сейчас разминка. Повторяю. Напоминаю, я отжимаюсь не глубоко. Такая у меня стиль, такая у меня техника. И я отжимался, уже не отжимался, считайте, с месяц. Из-за падения, из-за ребер. Так что не судите строго. Да, собственно говоря, что с немецким-то? Die Entscheidung. Решение. Die Entscheidung treffen. Принимать решение, принять решение. Ich habe die Entscheidung getroffen. Я принял решение. И... Ну вот пока мисс вот так вот. Die Entscheidung. Решение. И Die Entscheidung treffen. Принимать решение. Ich habe в прошедшем времени. Ich habe die Entscheidung getroffen. Я принял решение. Напоминаю.
Я учу немецкий язык. Это мое больное место. Это мое слабое место. Я считаю свой немецкий слабым, отвратительным. Он есть. Он уже не мог не прийти за столько лет проживания в Германии. Но он все еще слабый. Поэтому я разнообразю и добавлю изучение немецкого языка в свои домашние тренировки, в свои велопокатушки, велотуры, поиски тайников и даже, наверное, в рисование. То есть сконцентрироваться, хочу сконцентрироваться конкретно на YouTube-канале. И на YouTube-канале будет три момента. Это домашние тренировки, это велосипед, это геокетчинг, поиски тайников и рисование. Четыре. Все, это была разминка. И я решился, и хабы мих эншидет. И хабы мих эншидет. Я решился. Друзья, я не претендую на истину в последней инстанции. Я в немецком баран. Я это акцептирую и признаю абсолютно. Если я что-то гоню, какую-то чушь, если я неправильно говорю, неправильно перевожу, несу ересь, я вполне это допускаю. Поправляйте в комментариях, пишите, как правильно. Я буду только признателен. Я это делаю, чтобы проговаривать. Я это делаю для себя. Когда ты говоришь вслух, ты это лучше запоминаешь. Ну и плюс, это может быть кому-то полезным тоже, например. Но обязательно проверяйте, что я говорю, потому что это будет чушь, может быть чушь несусветная. Особо не доверяйте. Вот. Ну и плюс разнообразить свои тренировки, чтобы они были не только на мышцы, но и для головы, чтобы они приносили пользу не только для тела, но и для головы, чтобы как-то что-то оставалось, чтобы это время использовать немножко с большей пользой, потому что времени, сами знаете, не хватает ни на что. Надо его как-то экономить, компоновать одно с другим. Ну и плюс мне нравится вообще процесс изучения чего-то нового, какого-то роста, движения к чему-то, какой-то цели. Не просто тупо ездить на велосипеде оттуда сюда, отсюда туда. Это надоедает. Не просто отжиматься, подтягиваться. Ну, это немножко тупо. Надо как-то немножко еще расти, какие-то более высокие цели ставить и к чему-то стремиться, к чему-то тянуться. Все, друзья, поехали дальше. Следующий подход. Двадцаточку, даже тридцаточку повешу. Посмотрим, как сильно я ослаб тут за время моей болезни, проблем с ребрами. Ох, я тогда упал, конечно. Я даже не понял сразу всей проблемы. Эти ушибы, они хуже, чем переломы. И до сих пор уже месяц почти прошел, и до сих пор болит ребро. 30 килограмм уже редко. Разминаемся. Так вот, да, die Entscheidung, решение, die Entscheidung treffen, принимать решение. В прошедшем времени ich habe die Entscheidung getroffen, я принял решение, и решаться ich habe mich entschieden, wir haben uns entschieden, мы решились. Все, погнали дальше. Так, погнали дальше отжиматься от брусьев. Попробую сейчас полтинничек повесить. Двадцатку на пояс и жилетку 30 килограмм сверху. Напоминаю, что не удивляйтесь, что теперь в тренировках и в покатушках, в велопокатушках будет присутствовать еще немецкий язык. Сегодня я, конкретно я, изучаю, вы как хотите.
пытаюсь запомнить путем проговаривания выученный, прослушанный материал, который, опять же, напоминаю, я прослушиваю у себя на YouTube-канале изучение, посвященное изучению немецкому языку, называется канал Deutsch zusammen. Ссылка в описании будет. Сегодня я пытаюсь запомнить такое выражение, такое слово, как Die Entscheidung. Женский род, артикль Die. Но оно и понятно, потому что окончание Ung это всегда Die. Это всегда женский род. Поэтому Die. Die Entscheidung. Решение. Die Entscheidung treffen. Решение принимать. Используется с глаголом haben в прошедшем времени. Вспомогательным глаголом haben. Die Entscheidung. Ich habe die Entscheidung getroffen. Я принял решение. Принял решение. Решаться используется с возвратным глаголом sich. Sich entscheiden. Ich habe mich entschieden. Я решился. Надо еще перепроверить. Ну, вроде бы так. Ich habe mich entschieden. Я решился. Wir haben uns entschieden. Мы решились. Поправьте меня, если это не так. Итак, вешаю двадцатку на пояс. И сверху жилетку тридцатку. Итого будет полтинник. Тесно тут, я вам скажу. Но лучше, чем ничего. Сегодня у меня вечерняя смена на моем любимом заводе. И эта тренировка перед работой, это тоже, я это озвучиваю, потому что это тоже важный момент. Я за это очень топлю. Потому что я очень часто слышу, что я и так работаю. Мне не до хобби, мне не до этой чуши. Я вот это слушать не могу. Мне кажется, человек должен все равно находить время, чтобы расти, чтобы к чему-то двигаться, к чему-то стремиться, просто работать. Но это скучно, блин. Поэтому, друзья, развивайтесь, черт возьми. Погнали. Да, подослаб конкретно, и чувствую ребро, и тяжело реально. И это совсем не глубокие отжимания от брусьев, это вы сами видите, что это. Но главное участие. Я не буду больше на себя сегодня навешивать, хотел попробовать 60 или 70, но надо тормознуть, надо сказать, стопе. Повешу тридцаточку и на этом закончим. Сделаю еще жим сегодня и отжимания по с весом. И это будет сегодняшняя тренировка. Die Entscheidung. Решение. Die Entscheidung. Решение. Die Entscheidung treffen. Принимать решение. Ich habe die Entscheidung getroffen. Я принял решение. Sich entscheiden. Решаться. Ich habe mich entschieden. Entschieden. Ich habe mich entschieden. Я решился. Так вот, ich habe mich heute entschieden. Deutsch lernen nebenbei, neben meinem Home Training. Ich habe mich heute entschieden, zu Hause beim Training Deutsch lernen. So was. Погнали. Thank you.
Да, и мой вес 95 килограмм, 95-97, он вот так вот скачет. И это был дополнительный вес в виде жилетки 30 килограмм. Все, друзья, мотивируйтесь и развивайтесь. Всем мир! Нет, это было еще не все. Сейчас мы еще сделаем стриптиз небольшой. Ну, не то, как вы подумали, а спортивный стриптиз. То есть добивание группы мышц без дополнительного веса и без паузы после основного подхода. То есть сразу. Это был стриптиз, напоминаю, сразу без отдыха, без паузы, на добивочку. Вот теперь всем мир.